Рыбы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц. А что вас ожидает в начале, в середине, в конец месяца? И в конце расклада я возьму карту совета для вас и посмотрим, что вам высшие силы советуют на протяжении всего месяца. Первая карта в начале месяца говорит о четверке жезлов. Это партнерство, это гармония, это доверие. Даже может быть в отношении доверия, даже может быть самого себя, да, чтобы вы нашли какое-то, может быть, занятие, которое вам было бы хорошо, которое вы бы получили удовольствие, которое вы бы понимали, что она вот дает то, что вы счастливы, да, вот чем бы вы ни занимались, да. Здесь то, что касается отношений, да, здесь есть доверие, да, есть общение, есть то, что вы рассказываете, да, может быть, может у вас есть такое сомнение, да, и вы не хотите доверять, да, человека, который рядом с вами до конца, может здесь какие-то после какие-то перемены, после какие-то изменения у вас это есть страхи доверить, да, человеку до конца. Хотя вот вы рассказываете, вы общаетесь, вы друг друга какие-то, ну, советы даете, но не до конца доверяете. Давайте посмотрим следующая карта, да. Следующая карта — карта отшельника. А карта отшельника говорит, знаете, есть отношения, есть работа, но вы ищете, вы в поиске, вы еще хотите что-то для себя. Вы как будто не нашли свой путь, вы как будто не нашли то, что, чего бы вам принесли бы удовольствие, чем бы вы себя гармонизировали, да? И вы вот в начале, да, в этом поиске. Хочу вам сказать, что это касается, может, самореализации, да, самого себя что-то реализовать в жизни, да, найти свой правильный путь. И это хорошо, что вы будете это делать, да? Давайте посмотрим следующая карта — Королева Кубка. Но через знания, через мудрости, через какое-то общение вы найдете свой путь. Вы найдете свое желаемое, да, свои цели. Хочу сказать, женщина, может быть, вы думаете о какой-то обучении, какой-то может куда-то поехать получить какие-то знания, и вы думаете, стоит или не стоит. Но я хочу сказать, если у вас такое желание, то этого делайте. Мужчины — это ваша женщина, которой стоит обращать внимание, и может еще думать, что может порадовать чем-то, да, может пригласить куда-то, может как-то где-то, ну, сходить, да, посидеть в кафе, потому что она как будто ваша любимая женщина, будет себя чувствовать в одинокой, хотя в отношении, но одинокая. Женщины и мужчины одинокие, постарайтесь, да, работать над собой, найти свой путь, найти свою дорогу, которая будет вас наполнить, да, вот в начале месяца. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта — звезда. Прийти к исполнению вашей желания уже в середине месяца нужно. Если вы себе поставите какие-то цели, какие-то мечты, какие-то, поверьте мне, что в ближайшие, да, полгода эта мечта исполнится. Самое главное, чтобы вы в этом поверили, чтобы вы в этом доверяли. Да? Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта на середине — карта умеренность. Но у вас будет сомнение, у вас будет... Знаете, вот, а стоит мне эта идея, да, воплощать в реальность? А нужна она или нет? Вот вообще я сомневаюсь. Но я хочу и 100% говорю, идите, если у вас есть такое желание, есть какая-то мечта, есть какая-то... Вот если те, которые находятся в отношении, вы хотите порадовать мужчину вашу жизнь, сделайте это, потому что ее сделает счастливой. Мужчины, женщина — это ваше то, что вы хотите обучаться или пройти какой-то, найти себя, сделайте, потому что тоже, да, для вас открытый этот путь. Это нужно даже сделать, потому что это поможет для вас, да, раскрываться в новом, да, русле, как говорится. Давайте посмотрим следующее. Карта на середине — карта Верховная Жрица. О чем и говорится? Ваша интуиция, ваша мудрость, ваше знание, они вам, ваш помощник. Так как мужчина, так как и женщина, да, это вы должны понимать. Кто мужчина, если у вас есть ваша женщина, она вас
да, может быть, как учитель, который мудрый, который вам подсказывает, как вам сделать. Женщины – это вы сами, да, вот это ваша интуиция. И очень хорошо, вот я бы хотела сказать, даже весь месяц прислушиваться то, что вам говорит интуиция, то, что вам советует она и как правильно вы, вам нужно сделать. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Рыцарь Пентакли. То, что вам мешает, да, это ваши страхи. То, что вас останавливает, это ваши страхи. Вот нужно побороть один минус, то, что есть в ноябрь месяце, преодолевать и вот эти преграды, да, эти страхи, которые вас останавливают. И даже я эту карту не буду, да, убрать, потому что шестерка жезлов говорит, что вы становитесь победителем. Вы будете одержать победу в вашу руку. Высшие силы дадут вам награду. Но самое главное – быть уверенным в себе. Быть уверенным в том, что у вас все получится, и вы сможете достигнуть, чем бы вы бы ни занимались, что бы вы бы ни начали. Давайте посмотрим следующая карта. Карта совета, и что вам высшие силы советуют. Двойка кубков. Партнерство. В отношениях есть, если есть человек, который, ну, в отношении доверяете, рассказывайте, обсуждайте то, что вы хотите, радуйте вашего мужчины и женщины одиноки, прислушивайте себя. То, что вам подсказывает интуиция, то, что вам ваша мудрость говорит и ваше знание. И это вас приводит к этот путь, да, как победителя. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.